Услышав слово «терьер», почти все люди представляют небольшую собаку. Величавого фокстерьера. Или забавного вестхайленд-терьера. Элегантного йоркширского терьера. Или стильного шотландского. Считается, что все известные и распространенные терьеры невелики. Ведь эти собаки созданы для норной охоты, их размеры должны позволять им влезать в норы. В действительности, с начала 19 века селекция терьеров проводилась для различных целей, нужны были разные собаки. Как норные, с длинной мордой, прямыми конечностями, прямым нешироким туловищем, так и те, что должны были убивать жертву мощными челюстями. Последним требовалась короткая морда. Существовали также терьеры, не предназначенные для норной охоты. Их занятием был рейтинг, вид спорта, в котором побеждал пес, убивший наибольшее количество мышей за кратчайшее время. Эти соревнования помогали бороться с мышами и развлекали публику. Они проходили в пите, то есть на особом ринге. Che in italiano possiamo tradurre con recinto o arena. Nello Yorkshire, в области Йоркшир развился другой вид спорта, в котором собаки охотились не на мышей, а на выдру. Выдр нельзя было поместить в замкнутый ринг. Поэтому состязания проходили на берегах рек, где обитают эти животные. Для такого спорта была нужна отнюдь не маленькая собака. Для охоты на выдру требовался очень крупный терьер, выносливый, умеющий хорошо плавать и быстро бегать по земле. Он не мог быть мелкой собачкой и не был ею. С помощью селекции был выведен самый крупный из терьеров, сохранивший, несмотря на свои размеры, характерную для них внешность. Благодаря этому он и сегодня является образцом красоты для заводчиков терьеров и восхищает малоосведомленных любителей собак, которые, впрочем, часто принимают его за гигантского фокстерьера. Но он вовсе не фокстерьер. Его имя — Эрдель-терьер. Итак, Эрдель-терьер был охотником на выдр, точнее, на выдр реки Эйр, богатой рыбы. Там рыбачили многие жители долины. Дейл по-английски «долина». Выдры являлись конкурентами рыбаков, а они тоже ловили рыбу. Для борьбы с этими конкурентами рыбаки стали использовать собак, которых они называли «оттерхаунд», «преследователи выдр». Это слово обозначало не породу, а группу собак разных типов, наделенных способностями к водной охоте. Во всех странах, где была развита охота на воде, использовались местные терьеры. Самой распространенной из таких собак была черно-рыжая, имевшая несколько разновидностей, с жесткой, мягкой или гладкой шерстью. Эту собаку называли по-разному. Рабочий терьер с рваной шерстью, староанглийский черный, кауры, грубошерстный и так далее. Преследователи выдр продолжали выполнять свою работу на реке, но результаты ее были не всегда те, которых ждали люди. Преследуемые выдры плыли к устроенной ими плотине и часто ухитрялись скрыться в своих подводных норах, прежде чем преследователь успевал их схватить. Тогда возникла идея скрестить оттерхаунда с терьером, более агрессивным и хватким, чем пес-ловец выдр. Люди надеялись вывести собаку, способную преследовать и хватать выдру даже под водой. Результат первых экспериментов был так удачен, что за дело взялись многие заводчики. Появились собаки, которые мгновенно бросались в воду, заметив выдру или крысу, и устраивали в воде бои, приводившие в восторг любителей состязаний по рейтингу. Появилась новомодная разновидность этого спорта — соревнования на время в воде, а не на ринге. Собаки-спортсмены были все еще разных пород, их отбирали только по их склонностям к водной охоте.
Теперь их называли прибрежными терьерами, то есть терьерами для охоты на берегах рек. Число их стремительно росло, потому что новые спортивные состязания сопровождались огромным количеством денежных ставок. О процедуре выведения породы РТ-терьеры собак, названных прибрежными терьерами, точных сведений нет. Известно только, что для улучшения качеств прибрежного терьера его скрещивали практически со всеми другими терьерами. Вероятно, лучшие результаты были получены при скрещивании с жесткошерстным фокстерьером, поскольку в конце 19 века существовали собаки, названные Airedale Fox Terrier. В конкурсах они участвовали в классе уэльского терьера. В дальнейшем этих собак стали называть Bingley Terrier по имени города, в котором проходила собачья выставка 1879 года. К тому времени эта порода стала уже довольно однородной, но лишь в 1886 году клуб Kennel зарегистрировал ее под теперешним названием, которое, впрочем, было предложено еще в 1878 году доктором Гордоном Стейблсом. Конечно, тогда собаки этой породы были еще мало похожи на современных. Вот пес по кличке Сандер, послуживший моделью для первого стандарта Эрдель-терьера. В дальнейшем порода непрерывно улучшалась. Были сведены на нет все нежелательные качества. Слишком светлые глаза, висячие уши, мягкая и длинная шерсть. Так постепенно появился настоящий гигант среди терьеров, о котором давно мечтали его создатели. В 1893 году порода получила официальный сертификат. Сейчас Эрдель одна из самых красивых собак, по мнению заводчиков терьера. Эта порода все больше распространяется как в Англии, так и за ее пределами. Окончательное признание пришло после того, как несколько Эрдейлей победили на выставке «Крафт», самой престижной в Англии, а, пожалуй, и во всем мире. Современный Эрдель-терьер больше не должен охотиться на выдру, чему сами выдры безмерно рады. Он больше не обязан участвовать в соревнованиях по рейтингу. Хотя этот спорт все еще практикуется в некоторых регионах США, для него были выведены другие собаки, называемые ред-терьерами. Они гораздо меньших размеров, чем Эрдель. Если собака больше не занимается ремеслом, для которого она была выведена, возникают определенные проблемы. Некоторые породы из-за этого даже вымерли, что, впрочем, никогда не грозило Эрдель-терьеру. Ведь он обладает разными достоинствами, отнюдь не только охотничьими. Во-первых, он ласков и послушен, хотя послушным его можно назвать с некоторыми оговорками. Дрессировать Эрделя не так просто, как немецкую овчарку. Эрдель не станет безоговорочно подчиняться приказу. Он почти инопланетянин по сравнению с другими терьерами, например, с фокс-терьером, которого можно назвать милейшей собакой. Ему без сомнения принадлежит титул самого послушного терьера в мире. Во-вторых, Эрдель — крупная собака, наделенная к тому же потенциальной агрессивностью, свойственной мелким терьерам. Но главное отличие от них Эрделя состоит в том, что даже самый злой фокс-терьер никого не напугает, в то время как даже самый добрый Эрдель нагонит страху на кого угодно, если решит показать свои зубы. Уже в конце 19 века, благодаря этому преимуществу Эрделя, им заинтересовалась британская полиция. Он имел шансы стать прекрасным помощником полицейских. Помимо сильного и уравновешенного характера, Эрдель обладал отличным нюхом, бдительностью и черным окрасом, что было важно для ночных полицейских операций. В начале 20 века Эрдель распространился в Европе, особенно в Германии, в Америке и в Японии. Таланты, которые он проявил во время войны, позволили ему стать дальнейшим охранником и защитником, особенно в Германии. А в Соединенных Штатах он сделался великолепной поисковой собакой, ретривером, особенно в воде и на снегу.
Поскольку Эрдейл используется в качестве сторожа, многие считают его суровым, агрессивным, непригодным для жизни в семье с детьми. В действительности все совсем не так. Сегодня Эрдейл в первую очередь собака-компаньон. Да, он может прекрасно нести сторожевую службу и защищать человека, но с особым удовольствием он выполняет всевозможные цирковые трюки и играет с детьми. В отличие от собак других пород, он не просто терпит детенышей человека. Он обожает их до такой степени, что ребенок может вести Эрдейла на поводке, даже если его самого еще водят тем же способом, поскольку он еще мал, чтобы ходить самостоятельно. Хотя Эрдейл привык передвигаться плавным, размашистым, веселым бегом, он легко приспособится к неуверенному шагу своего маленького хозяина и ни за что не даст ему упасть. Многие собаки охотно играют с детьми в собачьи игры. Например, в игру «Принеси мяч». Эрдейл же играет в детские игры. Вы сейчас это наблюдаете. Общаясь с детьми, Эрдейл проявляет бесконечное терпение. Дети могут устроить на него засаду, словно на грозного льва, что охотится за ними в траве, и даже сделать его пассажиром своей коляски, а сами играть при этом роль мамы. Видно, что пес не просто терпит свою участь, а тоже играет роль, причем всерьез. Он сидит в коляске спокойно и даже согласился пристегнуться ремнем безопасности. Да, Эрдель-терьер немного клоун. Он умеет строить потешные гримасы и очень правдоподобно умирать, если хозяин в него якобы стреляет. Более того, Эрдель любит беседовать с человеком, отвечать на его вопросы, причем точно и логично. Слушайте внимательно. Вы хотите пойти гулять? Да? Да? Вы ответили мне «да»? Впрочем, так Эрдейл общается только с друзьями. Есть и вторая сторона медали. С врагами он совсем другой. Собака, которую мы сняли, не подвергалась дрессуре с целью несения какой-либо службы. Это выставочный Эрдейл. Но он увидел, что его хозяйки угрожают. Эксперты заметят, что его защитная техника не на высоте, но он любящий и верный друг. А этот пес готовится к участию в своих первых соревнованиях. Он молод и лишь недавно начал тренировки. Однако его предрасположенность к несению службы и послушанию уже заметна. Эрдейл не упрямец, как утверждают многие. Он просто несколько отличается от немецкой овчарки, шнауцера и других служебных собак. Его сердце терьера не дает ему беспрекословно подчиняться власти. Тот, кто станет навязывать ему свою волю, встретит сопротивление. Эрдейлю нужно ласковое, но решительное и твердое руководство, а вовсе не тирания. При вежливом обращении от него можно добиться практически чего угодно. Но ничего нельзя добиться грубостью. Терьеры очень смелые собаки, с мощным темпераментом, любящие верховодить. С ними не справится тот, кто заявит: «Ты должен меня слушаться, потому что я твой хозяин». Если бы Эрдейл понимал человеческий язык, он состроил бы гримасу недоумения при слове «хозяин». Это слово ему не по душе. Он предпочел бы определение «друг» или «товарищ по работе». Никакого подчинения, только сотрудничество на равных, совместные игры и развлечения. У Эрдейла есть своя жизненная философия. Я буду делать то, о чем ты меня просишь, только если сочту это правильным, а главное, если сочту тебя стоящим моих стараний. Впрочем, любовь Эрдейла хозяин получит в любом случае. Иначе Эрдейл не может.
Но любовь – это еще не все. Если человек окажется достойным уважения собаки, она станет ему бесценным помощником. В противном случае она будет лишь собакой, которая делает лишь то, чего хочется ей самой. Отсюда следует, что воспитание Арделя – это своего рода проверка для человека. Потому каким станет пес, можно судить, чего стоит его хозяин. Возможно, поэтому данная порода распространена не так широко, как она того заслуживает. Возможно, порой людям страшно узнавать о себе правду. Но тот, кто набрался смелости завести Арделя, может сильно удивиться, увидев вот такой выводок щенков. Это действительно щенки Ардель-терьера. Но у них огромные пасти, и они почти совершенно черные. Да, это щенки Эрдель. Причем прекрасные щенки, родившиеся от двух великих чемпионов. Хотя по их виду этого не скажешь. А теперь внимание. Наряду со множеством достоинств, о которых мы сказали, у Арделя есть один недостаток, типичный для терьера. Он может быть очень агрессивен по отношению к другим собакам. Эта особенность может стать проблемой. Арделя не следует спускать с поводка в парке, где выгуливают других собак. И даже если пес на поводке, хозяину не следует отвлекаться. Стычки с себе подобными Ардель воспринимает как испытание. Собаки с вызовом смотрят друг на друга, шерсть их встает дыбом, мышцы напряжены до спазма. Еще немного, и начнется драка. Это не значит, что Эрдель непременно нападет на встречного пса. Мы решили провести с собакой шуточный опыт. В саду она встретилась с семейством себе подобных, но они какие-то странные. Наш фильм не бесконечен, поэтому мы не сможем показать вам весь эксперимент целиком, потому что воинственное противостояние длилось, по крайней мере, четверть часа. Наконец, жертва нашей шутки решает понюхать незнакомцев. Запаха собаки нет. Наша подопытная успокоилась и решила, что можно покинуть поле боя. Незнакомцы хоть и странные, но безвредные. Окажись, собака-пришелец живой, а не игрушечная, встреча не прошла бы так гладко. Если вы хотите, чтобы Эрдель мирно общался с другими собаками, вы должны как можно лучше его социализировать. Прежде всего, не стоит приносить щенка домой слишком рано. Он должен хотя бы 2,5 месяца пожить с родителями и братьями, чтобы научиться общаться с себе подобными. Если у щенка есть еще и дядя, такой как этот, прекрасно. Дядюшек, готовых играть с малышом, найти нетрудно. Взрослые кобели, если они здоровы и уравновешены, всегда добры и терпеливы со щенками. Если вы найдете возможность дать вашему Эрделю играть с собаками, не похожими на его родителей, в период с 8 по 16 неделю его жизни, он будет дружелюбно настроен к другим собакам и сможет мирно сосуществовать даже с собаками одного с ним пола. Помимо социализации, то есть знакомства с другими собаками, щенку необходим импринтинг. Собаковод занимается им с 3 по 7 неделю жизни щенка. Давать щенкам импринтинг значит позволять им нюхать человека, играть с ним и так далее. Это не совсем приятно, если щенки напоминают маленьких крокодильчиков. Тем не менее, очень важно убедить песиков, что люди – существа одного с ним вида. Пусть щенки считают нас двуногими собаками, тогда они научатся общению с нами. Итак, следует убедиться, что заводчик, у которого вы купите щенка, провел с ними импринтинг. Теперь поговорим о внешности Эрдель-терьера.
Хотя в этом фильме мы не сможем полностью описать стандарт породы, мы перечислим самые важные его положения. Эрдель должен выглядеть мускулистой, активной собакой, с короткой, крепкой, прямой и плоской спиной, с мускулистым крестцом и объемной грудной клеткой. Она должна быть не слишком широкой, но достаточно низкой, до локтевого сустава, чтобы в ней было достаточно места для сердца и легких. Линия живота должна быть плавно скошена, без резких изгибов. Для этой породы очень важна форма головы. Она должна быть длинной и узкой, но не чрезмерно. Череп удлиненный и плоский, не слишком широкий в области ушей, постепенно сужающийся к области глаз. Соотношение длины темени к длине морды 1:1. Линия морды в профиль прямая. Линия морды и линия темени должны быть почти параллельны. На самом деле они не совсем параллельны, но стрижка должна это скрыть и создать оптический эффект идеальной параллельности. Изгиб лба должен быть очень плавным, почти незаметным. Глаза темные, их выражение должно быть типичным для терьера, то есть говорить о жизнелюбии и уме собаки. Уши имеют форму удлиненного треугольника и свисают по бокам. Линия сгиба уха должна находиться чуть выше поверхности головы. Кончики ушей должны быть повернуты в сторону боков головы, а не к глазам, как у фокстерьера. Зубы должны иметь идеальный полный прикус типа ножницы. Конечности абсолютно прямые, с прочным скелетом, перпендикулярные туловищу. При виде спереди локтевые суставы передних конечностей должны полностью прилегать к туловищу и ни в коем случае не выдаваться в сторону. При виде сзади щиколотки задних конечностей должны быть абсолютно параллельными и довольно короткими. Хвост прикреплен высоко, при ходьбе поднят вверх, не слишком закручен к спине, расположен под прямым углом к крестцу. У особей с сильным характером, особенно у кобелей, последняя треть хвоста обычно выгнута вперед. Это достоинство, а вовсе не дефект. Обычно хвост Эрделя купируется с тем, чтобы он кончался на уровне макушки головы. Однако в некоторых странах обрезка хвоста запрещена. У этого прекрасного щенка-подростка, выращенного в Германии, хвост не обрезан. Однако это не мешает собаке выглядеть элегантно и гармонично, хотя такой вид Эрделя для нас непривычен. При беге конечности должны ставиться прямо вперед. Передние лапы должны двигаться свободно, параллельно бокам туловища. При виде спереди они образуют непрерывную линию с грудью собаки. Локтевые суставы находятся на том же расстоянии от груди, что и от стоп. Задние конечности должны давать собаке хороший двигательный импульс. Шерсть Эрделя жесткая, плотная и грубая. На поверхности шкуры толстые, колкие и жесткие волоски, подшерсток короткий и мягкий. Шерсть черного или темно-серого цвета должна покрывать большую часть тела собаки, начиная с верхней части шеи и кончая верхней частью хвоста. Все остальные части тела должны быть каурой, то есть рыжеватого цвета. Рост холки от 58 до 61 сантиметра для кобелей и от 56 до 59 сантиметров для сук. Как и все жесткошерстные собаки, Эрдель требует тщательного ухода. Но в данном случае цель ухода не всегда только гигиена. Речь идет об особых процедурах, необходимых для подготовки собак к конкурсу. Их следует поручать опытному специалисту. Уход за собакой, не участвующей в конкурсах, проще. Нестриженные, слегка обросшие Эрдели, пожалуй, даже симпатичнее стриженных, но на выставке они выглядели бы неподобающе. Для всех Эрделей, какова бы ни была их функция, необходима процедура удаления выпавшей шерсти в период линьки. В гигиенических целях ее достаточно проводить два раза в год, но если вы хотите, чтобы собака всегда выглядела идеально, четыре раза в год.
Прежде чем удалять шерсть, нужно как следует взъерошить шкуру специальной щеткой, для того чтобы удалить из-под шерстка пух, который способствует сваливанию и спутыванию поверхностного слоя шерсти. Затем верхние волосы шкуры надо расчесать гребешком или щеткой, не забывая придерживать шкуру собаки другой рукой. В противном случае эта процедура будет болезненной для собаки. После расчесывания шерсть будет не торчать, а плотно прилегать к телу. Удаление выпавшей шерсти, цель которого — придать собаке компактный, аккуратный вид, выполняется двумя способами. Те зоны, где шерсть может остаться более длинной, например, спина, требуют использования ножа, отличного от того, которым обрабатываются зоны совсем коротких волос, то есть грудь, нижняя часть шеи, область под хвостом и область промежности. В голове придаются очертания, типичные для терьера. Темя, щеки и уши обстригаются очень коротко, а на морде шерсть должна оставаться длинной. Она расчесывается вперед, чтобы придать морде квадратную форму. Обработка головы Эрделя — настоящее искусство, в котором прекрасно самовыражаются лучшие специалисты. Эта голова словно высечена резцом, но людям она ужасно нравится. Кого-то она может напугать, но у того, кто живет рядом с Эрделем, она вызывает только улыбку. Эрдель спокойный, терпелив, но порой дает волю безудержному гневу. Словом, это истинный терьер, и как любого терьера, его либо ненавидят, либо обожают. Но колебаться в своем отношении к нему может лишь тот, кто еще плохо его знает. А тот, кто уже был хозяином Эрделя, не сможет прожить без его смешных гримас, без его характерной стойки с поднятой лапой, без разговоров с ним, без его очарования. И все же, если вы решили приобрести Эрдель Терьера, подумайте как следует. Ведь вы берете собаку надолго, она будет с вами целую жизнь.